Сегодня мы ловим форель. Приехали опять с Мишком. Тащить снасти прикольно, да? Вот, когда подтаскивают, за тебя тоже всякие садки. В общем, форельку. Там даже горят с икрой есть форелька. Даже люди ловят. Ну что, посмотрим, что будет. Мы вообще-то сегодня на Куптичье, забыл сказать. Так что посмотрим, что пора. О, нифига себе, он там стоит. Смотри, Миша, форель стоит сверху. Видишь форель? Он стоит прям. Видишь, нифига себе, вон она стоит. Короче, классная рыбалка будет. Запустили, говорят, сюда ее недавно. Посмотрим, что из этого будет. Так, сейчас распакуем, подожди-ка. Проверю подсак. Потому что сегодня, мне кажется, будет жара небольшая. Так. Мама? Нормально. Стоп. Бери свою. Ну, закидывай. А как это закидывать? Давайте. Будешь ты закидывать? Я умею. Ну, давай. Ну, закидывай, жук. Подождем. Ближе подходи. Давай. Ух ты. Как он? Ладно, я сейчас подожду немного минут. Потом вдруг он клюнет. И потом мы половим. Опа, походу уже клюет. Опа. Чисто. Ап, сошла. Ну ничего, еще сейчас будет. Давай, давай. Так что вон, смотри, мужчина тоже ловит, не? А? Тяни, тяни. Опа, опа, на, прям на ходу. Вот она. Короче, экшн-контент, да? О, это икорная, наверное, да? Аккуратненько, аккуратненько. Опа она. Тихо, ты не рви, вот, выше поднимай. Оп. О, не поднимай на спиннинге, сломаешь. Все, я взял. Первое, все, отпускай. Аккуратно. Держи, держи. Ты слишком много подмотал. Жук, короче. Первые забросы. Отпусти немного катушку. Да, замотал. Отпусти немного лесочки. Лески. Ладно. Все, 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 стой, не мотай. Короче, сейчас моя цепь. Форелька настоящая. Да. По картинке. Не успели закинуть, уже она тут бомбит. Ух. О, отцепилась сама. Стоп. Ложи туда. Я свою удочку. Короче, ставь, пока. Ребят, в общем, форелька первая, так что, ну, не знаю. Пока бомбит, кстати, она может быть икорная. Смотрите, какая толстенькая. Сейчас пойдем посмотрим на кухню, сколько они готовят. А? Ты хочешь подержать? Ага. Ну, давай, на, иди. Мягкие. Дим, покажи там. Аккуратно, с удочки не ступи. Сам выловил. Тваша. Короче, сейчас ходим на кухню, посмотрим, сколько стоит за печь ее. Видишь, надо ее засечь. Да где-то вот там. Да папа, меня подвигали. Папа, иди сюда. Она вот тут, она у меня. Спеши, не спеши. Садик, папа. Я буду поднимать. Так и держи, сейчас она устанет. Держи, держи. Сейчас она устанет. О, видишь форель опять? Да. В смысле, не поднимай, главное. А то оторвется. Понял. Подматывай чуть-чуть. Вот и форель. Все, все, не поднимай. Все. Опа-на. Захватила сама. Можно я буду потрогать их? Да, да, да. О, она уже выпнула даже, видишь? Сама. Она икорная, может быть? То я застану ее. Вот. Ай. Это хорошая. Это хорошая дубинка наша. Это вот так убегала, да, папа? Да, это так, которая убегала. Что, будем дать, пока? Да. Иди, давай.
Ну, пошли. Давай, я сейчас ручки помою, давай, я по... Ну, на, показывай свой трофей. Трофейчик. Уже вторая покровка. Это большой... Это как... Он вымазал, я весь вымазался. Пошли, узнаем, сколько стоит приготовить. Оставляй, пошли сходим, оставляй. Угу. Пошли спросим, сколько там, что почем там. Миша, сюда. А чё, ручки не помыл? Ну ладно, сейчас помоем. В общем, такая вот у них тут кухня. Сейчас посмотрим, что у них внутри. Уже, наверное, коптиться будет что-то. Так, так. Зайти будет. А, дымком пахнет. Сюда, Мишка. Опа-на. Вот такие. Здравствуйте. А что у вас покоптить стоит там, знаю? Что? Коптить можно у вас там, да? Заказать? Я копчу. Вы коптите, а что почем там? Во-первых, а свою нужно, да? Поймал? Оплачивается там и к вам, да? Вы хотите свою рыбу? Да, да, да. Ну, которая поймана. Ну, это по времени будет долго. И сколько? Ну, в идеале, если хотя бы как-то технологии, хотя бы 3 часа в сутки. 3 часа, да? Ну, это в идеале. Если по-простому... А что за рыба? Форель. Форель? Тут 2 форельки есть. Теоретически можно ее, конечно, сейчас натереть соль. По стоимости что? А весит сколько? Ну, примерно килограмм где-то. Каждая? Ну, да. У нас там до 2 килограмм, короче, 30 рублей. До 2 килограмм 30 рублей. Хорошо. Вы потрошите, он просто приносишь, да? Вы там потрошите, понимаю? Это охрана делает. Охрана. Ну, чисто всю охрану. Хорошо. Это если сейчас вам принести, примерно можно начать или еще ждать, пока там по очереди? Хотя бы и час просолиться, и ну, потом еще час на копчение. Хорошо. Это минимум. Пошли спросим там. Это к дяде? Пошли к дяде спросим. Либо можем сделать проще. Махнуть не глядя? Да. Ну, я его буду прошу почистить. Да, да. Я вам отдам это. Ну хотя бы одну, вот просто там две уже побольше у нас. Вот такая примерно, да. Ну, подобно. В принципе, да. Готово. Хорошо. Через там словно. Ну ясно. Ну сейчас подойду тогда, спасибо. Так. В общем, узнали так вот. Сейчас пойдем на к охране или пропускной пункт, так как там это правильно. Спросим, как там оплатить. Оплатить, наверное, надо сразу и сколько они там чистят, не чистят бесплатно. Погнали. А что покоптить, это как сделать лучше? Вам прийти оплатить там? Ну, а кто там чистит? Вы там? То есть, можно нести, да? А вы спросите, а вы спрашивали? Да, он сказал, ну, что можно там покоптить, там, бла-бла. В общем, поменять. Ну, я ему дам это свежее, а он так это... Ясно, хорошо, спасибо. Сейчас, пошли еще, может, парочку поймаю. Я первый. Ну-ка, смотри, как папа с первого раза. Поймай, не? Так это очень легко. В смысле легко? Тяжело? Так, смотри, как папа сейчас. Убери сачок, я буду подсекать. Понимаете? И как и у меня говорили. Да. А первой попытки я словила, да? Угу, ты поймал с первой попытки. Да. Ко мне тону. Когда около медузы. Сошла. Ну-ка, там еще сейчас могут добрать.
Есть. Где она? Тут? Тр-тр-тр-тр. Сейчас мы ее подзамучим. Тут она где-то. Да. Вот, она окрасана, такая надо поменьше. Супер, ее бы поймать. Да, и поменяемся. Отдадим. Стой, ты подносик ей. Стой. Оп. Вот так вот, давай. Какая? Сопротивляется. Давай. Стой. Оп, поднимай. Все, красавцы мы. Ну. Это такой маленький. Да. Помню? Да, пошли, две оплатим сейчас тогда. Это рыбку. Ты будешь снимать? Да. Я не могу. Форель. Это маленькая рыбка. Напишем эту рыбку. Стоп, удочка аккуратно. У дяди форель. Да. Эту возьмем, подожди, стоп. Возьмем эту. Угу. А ты вот эту маленькую? Да. Покажи мне, покажи его. Лук пожарим, да? Пошли. Лук пожарим, да? Да. Лук нашу большую дадим много. Не, большая у нас там осталась. Показывай. Да? Да, это серенький вот. Тут. А, А если там икра будет, тоже что даете, да? А? Если икра будет, там отдаете, да? Да, если катите, то. Ну да. Ну, красавчик. Так, пускай полежат сейчас. Платим, пошли. Иди руки помой, Миш. Можешь помыть, если хочешь. Потом повесь только, хорошо? Я как бы посмотрю. Мы уже к вам. Вы тут будете отдыхать вообще? Да, еще может. Как она клюет, не знаю. Там. Ну, часик побудем. Ну, поменяться можно, да? Обе? Ну да, там осталось две, мы там две поймали и вам принесли. Все, оплата тут, да? Или потом при получении, как вас? А потом подойдете. Угу. Куда ее? Сейчас я заберу. Можем почистить, хотите? Все, будем чистить. Давай почистим, пускай здесь отдыхай. Как обычную рыбу, наверное, или как? Ну, у нее вот здесь вдоль хребта идут почки. А, ну, может, вы почистите, нам покажете тогда. Но прикол, когда домой привозишь, она как-то подсыхает, и потом плохо чешуя этот отдирается. Ну, кручение, чешую не надо. Ну, да. Ну, я говорю, что если вот... А если так, то да. Потом решили, когда запекаешь, и вообще просто кишки ну, достаешь, и прям кожа нормально отделяется. Ну что, может быть и корочка, Миша? Понятно, что нет. И корочки нет. Значит, нету и корочки. Вон, она. Да, еще маленькая. Зимой приедет. И жабры типа тоже, чтобы не горчили, да? Ну, это, так скажем, мера предосторожности. Угу. Это могут быть всякие паразиты. Это ее язык. Не то, что паразиты, ну, может быть. Жабры ж по сути своей это фильтр. Ну. Фильтр после сигареты, вы, например, видели, да? Его язык оторвали. Язык оторвали. Это маленькая. А помой плов. Что? Сейчас пойдем еще половим? И там прям поедем. Может, вы знали, у нее по хребту, вот ну, эта черная, да. Под пленкой идет, это почки. Их нужно обязательно вычищать и вымывать. Тоже вычищаем. Ну, я не знал, что это почки, правда, думал, что это, ну, кровь какая-то такая.
Это почки, угу. Это плохо. Нет, так для себя, да, мы тоже умываем. Папа, давай, блин, мы посмотрим, как чуть-чуть. А вот сетра здесь. А то пойдем маленький, хорошо? По хребту идет визига. Вылазит, мы тоже один раз поймали были. Ну, 2 килограмма. Прозрачная штука. Ну. Здесь делается надрез. А что-то не слоя. Она вырывается, достается. Просто когда запекали, она обычно вылазит. Запекаешь. Ну, опять-таки, тоже не очень хорошо. Да. Она может дать. Ну, короче, может дать. Как он? Но с нее в ней очень много полезных веществ. И с нее эту визигу берете, отвариваете. И вот этот отварчик по чуть-чуть пить. Там все витамины. Там такой комплекс витаминов, что охренеть. Ой, извините. Прикольно. Ну, я не знал. Там человек одна занимается. Ну это есть икорка, думаю, быть. Нет, они маленькие. Они сейчас только начинаются, икорки. Мы приедем сюда, когда зимой, на мой день рождения еще, хорошо? Mm-hmm. Может, еще приедем? В августе каком? А? Mm-hmm. Сейчас пойдем ловить. Там, в принципе, минут 10, я думаю. Все. Ну, тут на канале, пошли. Спасибо. А папа, побежали. Что, побежали уже? Тоже надо бежать? Так, в общем, все, отдали рыбку. Вот сейчас докопится, просто поменялись. Доловим еще, ну, там, килограммчик, еще, наверное, 2-3 штуки, 4, ну, максимум. Я думаю, хватит нам и поедем домой. У меня мальки стоят, маленькие форельки, то ли это карасики. Непонятно. Вот. Так что идем ловить. Не спеши, не спеши. Опа! Опа! Монстр, монстрина. Ладно, я пошел за пацаком. Монстр, да. Стой, стой. Ты главное сильно не поднимай. О! Это как ты не сопротивлялась, быстренько мы ее. А это кто? Побольше. Форелька большая, да? А, бьем себе? Конечно. Пускать нельзя. Огроменный. Огроменная. А, по один разик. Давай, папа. Ты один раз, а потом я еще раз. Может, хватит нам. Да. Какая мощная она прям. Да. Опа. Сто. Прям мощнейшая. Сейчас мы перекинем, в общем. Так. На удочку, на. Нет, на кукурузу, да? Не, на червя и. А, на червячка. Мне кажется, тут на все клюет. Они... Ну да, ну вот на удочку не так быстро, как на спиннинг. Спиннинг каждый заброс. Я вот и не хочу спиннинг. У меня такая же была большая. Да, на удочку сопротивляется поприятнее, конечно. Ну, тоже пойду еще две. Две поймаем. Ну, хватит там. Интересные такие. Ну, мощные, да. Ну, вот еще это грамм 600-700, вот эта форель. Которая кило полтора, так там, да. Тут сорваться хоть может. Есть шанс. Вешено.
Опа! Хорошая такая форелька. У меня такой же. Да. Средненькая такая. Средненькая. Да. Это мама. Это, наверное, темная папа. Да. Мы икру там чистили, кстати, там маленькая со всеми корка, совсем еще зародыши. Да, вот. В общем, даже и на удочку ловят неплохо, так что вот ночевика мужчина поймал. Так что сейчас мы еще немного доловим и тоже будем, может, собираться. На том берегу прям. Опа-на! Тяни! Бомбит! Да! Ну, нравится жук. Что хоть ультралайт ему не дал, а то тут, наверное, с ультралайтом моим было бы ему пополам бы сломал. Папа. Да, подтяга к берегу. Так к берегу подтяга, я еще даже и не вижу ее. Удочку выше поднимаешь, чтобы она амортизировала ее. Вот так. Форель, форель. Видишь? Вот это мощно. Подходи к берегу чуть-чуть. Вот, вот так. Не сломай, подматывай. Кстати, спиннинг от Crazy Fish. Ой, какого Crazy Fish? Lucky John. Басара вроде. То есть, ну, держит нормально. Он до 10 грамм. Нелегенький. Наверное, самое долгое вываживание. Хоть подтягивай, я пополам только на центрике. Ага. Не спеши, не все там ворвется. Ну так. Короче, на аквапсиче прям сегодня хорошая раздача, я бы сказал. Оп. Ну, а вот не хочет, видишь? Я ее прорываю. Не пускай выше, вот так вот. Оп-оп-оп. Все, стой, стой. Сильно не поднимай. У вас в воде было. Да, все. Я прям накинул. Да. В общем, форель. Ага. Да. Наконец-то я... Карнаж куда закидывай. Ну. Да, он видел. Все, я последний ловлю и уходим, хорошо? Так, ну что, все-таки я выпросил у сынишки тоже немного половить такой вот, ну, он просто в песочке, если честно. Хрущик такой желтенький. Это сырная, не знаю, галушка это как она, сырный червячок. Так, ну попробуем оттуда с берега достать. Оп, поклевочки есть. Ай. Мелкая за ней бегает. Не, мелкие нам не нужны, нам нужны побольше. Хочу побольше. Видно, нет, что там мелкая прям хотела. Нет, там большая клюнка. Да, ну мы сейчас попробуем большую поймать. Тут видел дерну? Оп. Да. Да. Опа. Есть. О, как торпеда. Подведем мы ее. Ультралайт, конечно. Это, кстати, ультралайт от Crazy Fish. До... Ух. До 2,8 или 2,5 грамм, не помню. Давай, что-то я адреналин. Подожди, она слишком далеко ушла. Надо подкрутить ее. Ух ты. Конечно, катушка на таких коней не сильно рассчитана. Хотя она может рассчитана. Это форель, скорее всего.
Подожди, я ее подведу, я скажу тебе, когда. Опа, вот это хорошенькая, жирненькая такая. Миша, я тебя подведу в садок. Убери оттуда, чуть-чуть подтяни, на всякий случай, а то он сейчас зацепится и оторвется. Ты опусти вот здесь его в воду и жди, потому что она может зацепиться и подорвать. Сколько ты уже сегодня вытянул, Миша, форелек? 4 где-то. 5, может, где-то. Может быть и 5. 6. Хорошее сопротивление, конечно, да. Это вот так будет. Да? Давай подсадь. К моему лягушку. Ты ниже его пускай, ниже вообще воду опусти его, я тебя заведу в подсадчик. Ты просто его, смотри, оп, вот так вот держи. Да я понял. Вот так вот, и все, не трогай. Я тебя сейчас заведу в него туда. Давай, хватай. А, промазал. Еще раз. Хватай. Опа-на, хорош. Хорош. Давай. О, жирненькая. Не, ну это хорошенькая, может, килограммчик какой. Это маленький. Ничего себе маленький. Давай выпустим. Ага, куда выпустить? Нельзя выпускать, штрафы дают. В общем, ребят, форелина. Последнюю ловим точно домой, все. Тут адреналин. Конечно, аккуратно там спиннинг не сломай, жук. Сегодня ловим таких вот прям бомбезных штук. Короче, оставайтесь с нами. О, как и говорится. Вот погнали. Вот сюда сглотил. Вон она. Садком. Не, я сейчас принесу, Миш. Мишка. Я вот устал. Такую рыбашку. Так, перекусим. Сейчас заплатим, надо за копчение нам заплатить. 30 рублей, в общем, покоптить рыбку. Какой запах. Еще раз здравствуйте, мы к вам. Попробуем. Одну можно завернуть больше, поменьше мы сейчас попробуем, если можно. А, так, ну мы сейчас вернем тогда, мы сами там завернем. В общем, утоптали мы одну с Мишкой. Сейчас одна поедет к нам домой. Угостим остальных людей. Ну как, тебе понравилось? Да, я камушек красивенький. Камушек, пойдем руки сейчас помоем. Короче, своя кухня у них вкусная вообще. А. Короче, погнали, еще там кое-что дела есть, и будем собираться. Что, наловили мы сегодня уже немножко. Поедем домой. Держи, тяжелая. Будешь ты нести? Ну вот. Такие вот как-то дела. Ну, здесь на рублей где-то 80-100, не больше. Так что раз в месяц можно себе позволить отдохнуть.